Ходите на эту войну, это не ваша война, и это вообще не война. Я люди злые. Командование бросает. Мы военнослужащие 9-го полка бросили, нас бросили на убой. По трое суток не ели, не пили, жили в окопах, в мокрах. Никакой информации, телефоны, все связь ё-моё, с семьей вообще отсутствует, ничего нельзя сказать. Свои же по своим стреляют, обстреливают. Сидели трое суток, блядь, по нам шмаляли, свои. Здесь связи никакой. Пока ехали, погнило, обуло, одело. Мы это говорим как есть. Без вранья, именно глазами, которыми мы увидели здесь, а не которые нам уши суд там играют. Которого даже месяца нету, что уже мобилизовал, уже да, куда-то отправили, непонятно куда. На передовую. Да, на передовую, пацаны, не полторы тысячи, как вам говорят, то, что приедете и будете в Белгороде. Все пиздешь. Вместо учебы. Ну что, денег пока нет. Кидают сразу на передок. Как фарш, и просто как мясо. А люди здесь относятся совсем по-другому, ему все кормят, поют, одевают без всяких инцидентов, ему относятся в два раза лучше, чем наша команда. Командование в первую очередь покидает корабль. Да. Убежали самые первые. Начался обстрел, они убежали самые первые. Ни связи, ничего. Бросили связи, ничего не сказали. Какого? Ходите на эту войну, это не ваша война, и это вообще не война. Я люди злые. Командование бросает. Мы военнослужащие 9-го полка, бросили на убой. По трое суток не ели, не пили, жили как в окопах, в мокрах. Никакой информации, телефоны, все связь ё-моё, с семьей вообще отсутствует, ничего нельзя сказать. Свои же по своим стреляют, обстреливают. Сидели трое суток, блядь, по нам шмаляли, свои. Здесь связи никакой. Пока ехали, погнило, обуло, одело. Мы это говорим как есть. Без вранья, именно глазами, которыми мы увидели здесь, а не которые нам уши суд там играют. Которого даже месяца нету, что уже мобилизовал. Уже да, куда-то отправили, непонятно куда. На передовую. Да, на передовую, пацаны, не полторы тысячи, как вам говорят, то, что приедете и будете в Белгороде. Все пиздешь. Вместо учебы. Ну что, денег пока нет. Кидают сразу на передок. Как фарш, и просто как мясо. А люди здесь относятся совсем по-другому. Все кормят, поют, одевают без всяких инцидентов. Относятся в два раза лучше, чем наша команда. Командование в первую очередь покидает корабль. Да. Убежали самые первые. Начался обстрел, они убежали самые первые. Ни связи, ничего. Бросили связи, ничего не сказали. Какого? Кинули в окно.